Я к морю приехал и ринулся в порт с желанием одним — найти капитана, который без лишних вопросов возьмет меня на корабль, что мчит к океанам. Я спрашивал у встречных матросов в порту. Матросы от смеха попадали в шлюпки. Он шел мимо нас. На полном ходу, дрожащей рукою, прикуривал трубку. Я ринулся вслед, как шальной ураган. Дыхание сбивалось от быстрого бега. И вырвало спину. «Прошу, капитан, возьмите на борт одного человека. Мне берег не мил, надоела земля. Все тянет и тянет меня в эту воду. Мне кажется, я на борту корабля смогу обрести дорогую свободу. Мне кажется, там, где не видно домов, среди плов и соленого ветра, окажется сердцу иная любовь, и разум познает иные ответы». Он бросил на землю рыбацкую сеть, взглянул на меня и промолвил: «Послушай, ведь ты обязательно будешь жалеть, как только за волнами скроется суша. Как только корабль накроет волною, тебя, дурака, непременно потянет как можно скорее вернуться домой, лежать и мечтать на любимом диване». И я отвечал: «Капитан, все брехня, я и так пролежал без десятка полвека. А теперь я прошу вас, спасите меня, возьмите на борт одного человека». Не ведают люди ни правды, ни лжи. Боятся законов, ошибок и сплетен. До самого гроба считают гроши, не зная, как много чудес на планете. От соли и солнца горела спина. Пока ты в своей прибирала квартире, мой смелый корабль спешил по волнам навстречу к свободе и новому миру.